Сегодня будем коптить вот такую вот вкусняшку. Тут и налимчик есть, и щучка есть. Сейчас посмотрим, как что делаем. Щепы мы засыпали. Закрываем. Включаем вентилятор. Вентилятор заработал. Так, сейчас посмотрим, что у нас по дыму. И теперь смотрим. С дымком. Дым пошел. Дымок пошел. Так, что у нас тут-то? Тут разгорается. Камера наполняется. Смотрим, что будет дальше. Засекаем время. Время 18:35. Дымок пошел, хорошо идет, все, ждем. Дым в банку собирается. Там горит. Все, ждем. И он дым идет, все заполняет. Включил на минималку. Дыма валит конкретно. Так что ждем, посмотрим, что получится.